На хоккейной коробке в районе фан-завода прошли веселые старты на льду. В эстафете приняли участие учащиеся 6-7 классов 44-й школы. Такие мероприятия проводятся ежегодно. Организатором выступает спортивная школа Владивостока по различным видам спорта при поддержке администрации города. Мы каждый год это мероприятие проводим здесь. Проводили 6 числа. Были хоккеисты, приехали с разных мест. И поэтому местные жители как бы не попали в эти соревнования. Но мы никогда их не забывали и всегда для них проведем это мероприятие. Ребята, которые сегодня собрались на льду, в основном занимаются спортивным ориентированием, где показывают достаточно высокие результаты. На каток я хожу очень редко, потому что времени не хватает, учеба, все всякое. А конкурсы были веселые, но больновато было в каких-то моментах. Вот, а так все хорошо. Хотелось бы сладкие призы получить. В мероприятии приняли участие и ребята, которые увлекаются зимними видами спорта и практически ежедневно встречаются на катке. На каток я хожу ежедневно. Я играю тут с друзьями в хоккей чаще, ну и просто катаемся. Впечатление на этом мероприятии, в принципе, очень весело. Мне понравилось все, особенно хоккей, когда мы обводили мячик. Напомним, сегодня во Владивостоке завершился прием заявок на турнир по хоккею среди любительских команд. Старт ледовых поединков на Кубок главы города назначен на 14 января. Мероприятие пройдет на хоккейной коробке по адресу Фанзавод 18. Олег Завьялов, Анастасия Полетаева, новости на Восьмом.